Пассажиры задержанных рейсов Якутск-Сык-Ырыр вылетели из Якутска. Об этом они сообщили сами. Напомним, более 40 человек 10 дней из-за неблагоприятных погодных условий в Сык-Ырыре не могли вылететь домой. Еще один рейс с грузом 200 запланирован на 18:00. Напомним, минувшей ночью в частной гостинице по улице Некрасова, столице республики, произошел пожар, в котором погибли двое молодых людей. Они должны были вылететь в Сык-Ырыр. В частной гостинице авиакомпании «Полярные авиалинии» разместили 21 пассажира с этого рейса. К моменту прибытия первых пожарных расчетов дом горел открытым огнем. За полчаса пожар был ликвидирован. Следственные органы и пожарная служба выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Пассажиры рейса в Сык-Ырыр отправили нашей редакции видео, снятое на мобильный телефон перед вылетом. Сегодня Якутск, Сык-Ырыр, 215 рейс. Наконец-то сел в самолет. 10-й день ожидания.